Всем привет! Вот без дела. Сейчас буду строить теплицу. Эта теплица будет, я так подсчитал, будет самая дешевая из всех теплиц, которые как бы встречалась. В конце ролика я расскажу, сколько что стоит. Все, поехали!
вот моя теплица и закончилась. Значит, теплица обошлась 1500 гривен, из которых 500 гривен потратилось на доску. Из доски я сделал брус 50 на 30, распустил ее. Вот, ну вот эти столбики, стойки, это я сделал из того, что у меня было. То есть, ну, если покупать еще эти брусы, ну, может быть, еще 500 гривен. 500 гривен на доску, 500 гривен на брус, если будете брус покупать. И на пленку примерно до 1000 гривен. Теплица размером получилась 5,60 на 8,60. Вот здесь вот так вот по скату. Здесь целый рукав 6-метровый вышел у меня. Почти 50 квадратов. Вот. 150 кустов огурчиков должно влезть. Кстати, уже огурчики растут. Ну, тут еще дополнительные стоечки поставятся для жесткости, для поддержки огурчиков. И, в принципе, все. Благодарю всех за внимание. Ставьте класс, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, если возникли какие-нибудь. И всем пока.